Так, а посмотрим атаку. И здесь что, пенальти? Это точка, друзья. Вот это начало. Выполнять. Давайте пока посмотрим повтор, что же там случилось. Бочаров оказался на газоне и свалил, как мне кажется, Алексей. Штрафной. Итак, свисток и удар! Закиров угадывает! Но не отбивает. Обладья КТ сравнивает счет, чем мы его поздравляем. 1-1. Интрига жила очень и очень недолго. Теперь счет ничейный и все для команд начинает. Посмотрим повтор этого удара. Диакате пробил сильно. И Закирову немного совсем не хватило, чтобы этот мяч отразить. Так, давайте все-таки вернемся к составам. Так и не успели мы о них поговорить толком. Итак, Шимкенский.